18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации? В этот день избиратели, находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом избирательном участке нашей страны. Для этого вам нужно заранее подать заявление, указав, на каком именно избирательном участке вы хотите проголосовать. Помните, заявление можно подать только один раз. Как подать заявление, выбирайте. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной комиссии через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 25 февраля по 12 марта еще и в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко.